Добрый день, меня зовут Долгова Ирина Павловна, я стоматолог-терапевт клиники Мегастом Академии дентальной имплантации. Пациенты часто мне задают вопрос, что такое периодонтит, почему возникает хронический периодонтит, с чем это связано. Давайте разберемся. Хронический периодонтит – это длительный воспалительный процесс в зубе, который сопровождается разрушением околозубных тканей. Причины развития периодонтита могут быть разными. Например, инфекция, травма, в случае непрофессионального лечения. Чаще периодонтит является последствием затяжного кариеса или пульпита, когда пульпа, нерв в зубе, уже не может выполнять барьерную функцию от токсических веществ, и инфекция проходит за верхушку корня зуба, вызывая воспаление тканей окружающих зуб. Данный воспалительный процесс нельзя самостоятельно пролечить, потому что это может привести к потере зуба и различным гнойным воспалениям. Я рекомендую посещать стоматолога раз в полгода, чтобы не допустить развития хронического периодонтита.